Ночной взрыв. В столице неизвестные бросили боевую гранату в жилой дом, где располагается офис Конгресса украинских националистов. Взрыв раздался около 11 часов вечера. Никто не пострадал. По предварительным выводам экспертов, это была граната РГД-5. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери помещения. Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.